Ой, привезли куклы. Ой, какая прелесть. Очень все аккуратно разложено в нашем магазине. Объем 2,4 литра. Производитель Франция. Такой мы еще не покупали. Очень смущает состав и цена. Всем привет! Мы в магазине «Светофор», город Каменск-Уральский, улица Олега Кошевого, дом 3. Много новинок. Постараюсь в минимум времени показать максимум товаров. Я покажу вам и товары, которые я бы не стала покупать и вам рекомендовать. Подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного просмотра! Привезли новые расцветки пленки. Огромный выбор. Пленка самоклеющая из ПВХ. Длина 8 метров, ширина 45 сантиметров. По цене 182,50. В других магазинах города гораздо дороже. Пленка не содержит тяжелых металлов. Защищена силиконовой подложкой. Вот мне очень понравился рисунок. Оригинальный. Подойдет для кухонного фартука. Пленка водостойкая. Ее можно мыть влажной салфеткой. Срок службы не менее 5 лет. Много других расцветок. Рисунок под мрамор. Бежевый оттенок. Вот с капельками воды. Цвет очень приятный. Это с камушками. Песочный цвет. Однотонные есть. Темные, черные даже. Темно-зеленая. Небесно-голубого цвета. Такая пленка применяется на любых чистых поверхностях. Ну, в общем, на любой вкус. Выбирайте. Для садоводов вижу новинку привезли. Посмотрим, что это. Торфяные горшочки 80 на 80 мм для выращивания рассады. По цене 44 рубля. 20 штук в упаковке. Производитель Экоторф. Я почему-то не люблю торфяные горшочки. У меня не удается в них рассада. Как вы? Напишите в комментариях. Идем дальше. Что еще новенького сегодня? Мы с вами обязательно что-нибудь да найдем. Что у нас здесь? Набор машинок Хендерс. Трейлер супергонки. Трейлер 58 сантиметров длина. 6 дополнительных машинок. Трикционный механизм 555-50. Здесь находится машинка. Симпатичный самосвал. Ярко-оранжевый кузов. Он поднимается. Большая кабина. Сюда можно посадить маленькие куколки. Водителя и пассажира. Цена такого грузовичка. Машина-самосвал 129 рублей. Парковка. Станция обслуживания. Торговая марка тоже Хендерс. В комплекте детали для сборки 15 штук. Машинка 1 штука. Дорожные знаки. И набор наклеек. Размер 40 на 25 и на 13 сантиметров. Авторемонт, заправочная станция и автомойка. Цена такого набора 210 рублей. Ой, привезли куклы. Ой, какая прелесть. Кукла-младенец. Вот это какой подарок детям. Нажми на животик. Будет плакать, смеяться и забавно лопотать. Еще в комплект входит посуда. Горшочек ночной. Вилочка-ложечка. Какая прелесть. Вот еще мальчик в голубых одеждах. У него другие наполнения. Бутылочка, мыло. Памперсы. Размер куклы 30 сантиметров. Для работы динамика требуется 3 батарейки. И вот еще какое чудо. Другой вид куклы. В таком прозрачном полиэтиленовом мешочке. Снизу молния, замок. Бутылочка, расческа, зеркальце. У всех вижу платья одинакового сиреневого цвета. Цена таких куколок 525,90. Производитель Китай. Лапша быстрого приготовления, биг ланч. С ароматной говядиной, грибами и зеленью. 90 грамм. Очень удобно, что в миске не надо искать другую посуду. 20 рублей 50 копеек. Производитель Биофуд Россия. По этой же цене вермишель. Торговая марка вот это да. Мы такие БПшки покупаем для дачи, когда нет времени на разные приготовления. На вкус нам нравится. Упаковано также в лоточки красного цвета, что тоже очень удобно. Целая стоечка с детскими питаниями, пюре фрутоняня в удобной упаковке, легко взять с собой на прогулку. Яблоко, персик, мультизлак можно давать малышам 6 месяцев. 100% натуральное, без добавления сахара. Вес 130 грамм по цене 35 рублей. Россия. Фрутоняня в помощь маме. Рядом нектар
фрутоняня малышам мультифруктовый неосветленный 330 мл 21,50. Коробочки трех видов для малышей разного возраста. Это коробочка 4 месяцев. Верх коробочки окрашен зеленым цветом. Его в составе яблочный сок. С 5 месяцев в составе сок из яблок и плюс пюре из яблок, пюре персика и сахара. Верх окрашен в персиковый цвет. С 8 месяцев на коробочке красный цвет. Дополнительно еще пюре бананов, манго, сок апельсина, сок маракуйи плюс сахар. Для деток постарше на обратной стороне приклеена трубочка. Третий вид фрутоняни – детское питание. Пюре цыпленка, вес 40 грамм, без добавления крахмала и соли. Можно давать детям 6 месяцев. На ценнике какое-то несоответствие. Здесь указан вес 80 грамм, цена 42,50. Похоже, что на ценнике ошибка в граммах. Неверно указаны граммы. Давайте посмотрим, что сегодня в продаже из мясных консерв. Свинина с белым соусом, стерилизованная, кусковая, торговая марка «Консервленд». Соответствует требованиям ГОСТа, в банке 350 грамм. Производитель ООО, производственная компания «Русь», Россия. Цена 59,90. Говядина особая. Консервы мясосодержащие, из фарша. Состав мясо куриное на механической обвалке. Есть мясо говядины, но его массовая доля не указана. Шкурка свиная в составе. Вес баночки 338 грамм. Производитель «Универсал Трейдинг Балтика», город Калининград. Цена 39,90. Такую мы еще не покупали. Очень смущает состав и цена. Если кто-то уже покупал, напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях. Вижу новинку в светофоре. Паштет нежный. Консервы стерилизованные, растительные, с говяжьей печенью. Вес 240 грамм. Состав печень говяжья, жир, вода, мука, крупа манная, крахмал картофельный, морковь и специи. Рекомендуется употреблять в охлажденном виде. Производитель – Елецкий мясокомбинат, город Елецк, Липецкая область. Цена 21,90. Рядом паштет нежный с печенью индейки. Цена такая же – 21,90 за 240 грамм. Надо сказать, что мясо растительные консервы отличается от мясных тем, что в них добавляют растительные продукты, что я уже перечислила в предыдущем паштете. Это различные крупы, крахмал, морковь, горох, фасоль и любые другие продукты. Я считаю, разница с чисто мясными консервами большая, поэтому надо быть внимательными при их выборе. Вот понравились такие шпроты. Торговая марка «Морская держава». Мы такие покупали, нам очень понравились. Железный ключ на банке, что очень удобно. Вес 160 грамм. 59,90. Производитель ООО «Балт-Ост», Россия. Чай черный байховый с ароматом бергамота. Торговая марка «Азерчай». 250 грамм. Цена 88,90. Производитель ООО «Кубань». Кто не любит бергамот, вот есть цейлонский чай. «Принцесса Канди». 100 пакетиков в упаковке. Цена 68,90. Так, что у нас внизу, на нижней полочке? Фасоль белой натуральной торговой марки «Булгар». 425 мл в банке. 26 рублей. Производитель «Луч Россия». Фасоль зерновая, белая, в собственном соку, стерилизованная. Торговая марка «Красная линия». 425 грамм в баночке, готовые к употреблению в качестве гарнира к салатам и при приготовлении первых блюд. Производитель «Экорнпродукт Россия». Цена 27,50. Рядом с белой фасолью такая же баночка, фасоль красная в собственном соку. По такой же цене 27,50. В продаже пылесос технологии «Циклон» без мешка для сбора пыли с многоступенчатой системой фильтрации. Объем контейнера для сбора пыли 1,5 литра. Длина шнура 2 метра, трехсекционная пластиковая трубка, автоматическое сматывание шнура, удобная ручка для переноски, напряжение 220 вольт, мощность пылесоса 1200 ватт. Отзывы об этом пылесосе неоднозначные. Цена 1826 рублей. Производитель Китай. Чайники из нержавеющей стали со свистком. 2,5 литра. Очень туго открывается и закрывается замок. Крышку чайника тоже еле-еле открыла. Сейчас буду также туго закрывать, наверное. Может быть, так и надо у нового чайника. Потом разработается.
На донышке никаких обозначений. Цена такого чайника из нержавеющей стали со стрижком 381 рубль. Производитель Китай. Блюдо овальное для запекания, стекло. Очень удобная форма. Представляете, как мне красиво запечь будет курочку или рыбку положить. 2-3 штучки войдет. Отзывы были очень хорошие. Кто покупал, всем нравится. 216 рублей. Размер 30×21. Объем 2,4 литра. Производитель Франция. Доска гладильная. Размер 115×35. Розетка, подрукавник, подставка под утюг, регулировка по высоте. Цена 784,50. Хозяйственная сутка на колесиках. Цена 313,50. Черного цвета. Хорошо их разбирают. Всевозможные корзины. Новинки. Такие корзины. Корзина вязаная XL. Двух сторон ручки. Внутри глянцевая донышко. Очень красивый цвет. Светло-лиловый. Размеры 530×360×250. Цена 222 рубля. Производитель LMR Plast, Россия. Корзина ажурная, нехорошо для вещей, не будет проветриваться. Мегабокс на колесиках. Размер 600×400×290. Мегабокс с крышкой. Удобная защелка сбоку. Отличный мегабокс для хранения детских игрушек, детской одежды. Очень удобные колесики. Цена такого мегабокса 307,90. Гель для душа 500 мл 29,90. Крем-мыло «Восток» 500 мл. Для рук гипоаллергенное 500 мл. Цена 33,90. Освежитель воздуха. Палитра «Круиз» 400 мл. Цена 36,50. Производитель «Россия». Мелодия ароматов. Аккумуляторная батарея 2476 рублей 90 копеек. Очень все аккуратно разложено в нашем магазине. Удобно проходить с тележкой. Подходим к отделению холодильника. В холодильном отделении новые поступления. Окорок праздничный из свинины копчено-вареный. Категория Б. Эта категория у покупателей самая востребованная. Выглядит очень аппетитно. Большие упаковки. Цена 295,90 за килограмм. Колбаса сырокопченая, оригинальная, с перцем. Мне понравился вид этой колбасы. Очень твердая, как и все сырокопченые колбасы. Состав неплохой. Срок хранения 120 суток. Цена за 1 килограмм 324,90. Вес этой упаковки 807 грамм на 197 рублей 50 копеек. Производитель «Сибирская продовольственная компания». В продаже появилась новая сырокопченая колбаса «Новолипецкая». По составу она понравилась мне меньше. В ней находится мясо механической обвалки. Цена 315,90 за килограмм. Колбаса «Преображенская», сырокопченая, полусухая, первый сорт, в вакуумной упаковке. Срок хранения 90 суток. Производитель ООО «Партнер Москва». Цена 380,90. Мы уже такую покупали, нам понравилось. Сегодня еще возьмем. Кому нравятся сырокопченые колбасы, попробуйте эту. Интересно будет ваше мнение. Колбаски киевские, полукопченые. Обращая внимание, это категория В. Упакованы симпатично и по отзывам неплохие, несмотря на более низкую категорию. Колбаски вкусные. Цена 233,90. Производитель «Омский бекон». Шпикачки классические, из мяса птицы второго сорта. Мясо механической обвалки. Изготовлены по техническим условиям на Чебаркульской птицефабрике в Челябинской области. Состав смущает. Такие шпикачки из мяса механической обвалки с химическими элементами, загустителями и красителями я никогда не беру. И у полки с таким товаром никогда не задерживаюсь. Цена 118,90. Ветчина знатная, вареная, под известным брендом «Микоян». Изготовленная из мяса птицы и свинины. По отзывам, хорошо подойдет для салатов.
А для бутербродов придется купить что-нибудь более сочное. Цена 192,90. Производитель Микояновский мясокомбинат, город Москва. Видео надо заканчивать. Всем добра и мира, и качественных товаров в корзине. Берегите свое здоровье, друзья. До новых видео. Пока-пока.